Ну что, игра началась. Ширак разыграл мяч с центра поля. И по традиции всех наших репортажей начинаем мы с этой командой с Гюмри. Ну, в воротах сегодня Егор Ячинов и полевые футболисты Арсен Садоян, Эрик Гладанян. Вперед. Но здесь здорово все-таки борется за дистанцию у Роберта Турбиняна было прилично, и в итоге он до мяча добрался. Диван на подборе здорово действует, но можно попробовать и пробить удар. И мяч пролетает футболист армянской команды. Не следует доставки штрафной Нестеренко. На подборе Бакайок, чтобы делать 77-й номер, заброс вперед на коны. Ну, нет, конечно, нет. Это ни разу не фол, ни разу не пенальти. Хорошая подача. Это опасно. Попробовать пробить штрафу. В подборе действует Абдоков здорово. Шерешков. Есть хороший возможность убежать в контратаку. Дубуа, надо давать удар и гол. 1-0. Амаду Дубуа не стал делиться с мячом с Алексеем Щеткиным. И здорово. Здорово, он оставляет мяч Мусищику, у того есть и пространство, сделать подачу, нацелен, Щеткин в касание. Опасно, но на поле Кубани без какого-либо продвижения, и в эти секунды звучит свисток на перерыв, который отправляет команды в раздевалку. Ну что, друзья, после первого тайма матча Кубань-Ширак, счет 1-0 в пользу нашей команды. Буквально влететь в нашу штрафную, но там был поставлен шлагбаум, и его проход на этом завершился. А вот сейчас Архипов прокидывает мяч вперед, и может побегать Артем в один на один. Опаснейший момент у Кубани, надо решать Архипову, и великолепно все делает Артем. Индивидуальное мастерство на высочайшем уровне у этого нападающего, и как итог, второй мяч все-таки. Салагов, есть и Смирнов. Лаук подключает Смирнова. Подача. И подбор. Подбор за Салаговым. Штрафной Дзамбалат. Но можно бить. Уже оставляет под себя. Но это уже пижонство. Чистой воды сейчас. Исполнение разыгранней. Корнер футболиста Кубани. Салагов на Смирнова. Салагов обратная подача. Штрафную. Голосов. Между остается Лаук. Подбор. Голосов пробьет. Серия рикошетов. И в эту секунду звучит финальный свисток. Друзья, ну вот так вот. Победой. Уверенной победой заканчивается очередной спарринг в Кубани.